В Стерлитамаке открылся единый центр обслуживания населения компании «Газпром Межрегионгаз Уфа». Теперь горожане могут получить все услуги в сфере газоснабжения в одном месте и за короткий срок. Мне поменяли счетчик старый на новый. Мне нужно опломбировать его. Талончик на очередь выдается в информационном терминале. Быстро и удобно. Выбирать ту или иную услугу можно самостоятельно или попросить помощи у администратора зала. Единый центр обслуживания «Газпром Межрегионгаз Уфа» действует по принципу единого окна. Специалисты готовы оказать поддержку по всем услугам в сфере газоснабжения. То есть посредством этой системы реализуется целый комплекс мероприятий, который позволяет сократить сроки газификации, сделать их более удобными для заявителей, сделать газификацию быстро, комфортно и в минимальные сроки. По словам руководства компании «Газпром Межрегионгаз Уфа», единое окно поможет сэкономить время клиентов и минимизировать число посещений офиса. Первые посетители уже оценили удобство и качество единого центра обслуживания. Здесь все решается моментально, быстро, удобно очень. И спокойно, во всяком случае. В моральном плане, не то, что там как-то. Ну и потом время экономится. Как в банках, удобнее во все. То есть, ну, без очереди, то что очереди мало. Договор составили об обслуживании, о поставке газа, обслуживании нашей квартиры. Очень быстро и удобно, нет очередей. Очень понравилось. Кроме того, в помещении службы единого окна работает специализированный магазин по продаже газового оборудования. Посетители могут приобрести газовое оборудование, оформить услуги доставки, монтажа и обслуживания по выгодным условиям. Единый центр находится по адресу Вокзальная, дом 2. Татьяна Захарова, Владислав Щетинин, Стерлитамак, служба новостей.